Зарывается пипец. Тапочка. Водой брызгает. Это крабик такой. Помоги мне снять. Да сады, оно кусается, блин. Возьми тапочек. Не лезь руками. Да кусается, не может кусаться сильно. У него какие клешни у него? Какой трансформер. Это омар. Какой омар? Это трансформер крабик. У нас вода есть в бутылочке? Помыть его. Хочу съемку нормальную сделать. Редкая какая-то позиция. Поливай. Ну, на него поливай, ты экономно поливай, слышишь? Все, хватит, 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 а то мы не раскопаем его. Зико страшный. А можешь еще полить чуть-чуть? Спасибо. Его активировать. Он уже перестал бегать. Так посмотри, какая конструкция вообще у него, как этот танк, панцер, блин. Реально как камешек, когда складывается, да? Ну что ты делаешь? Чтоб боялся. Так наоборот, чтобы он не боялся и бегал, чтобы ты снял. А ты капельку водички ему на голову. Все, нет. Надеюсь, это видео нигде не выложишь. Выложу. Гринпис пока пусть разъебывается своими платформами в России. Отсидит 15 лет. Потом поговорим. Так, котик, шутки шутками, начинается прилив. Ну, Аня, ну нету там печального ничего. Я не пойду через эту хуйню во время прилива. Через какую эту хуйню? Через вот эту, чтобы мне было, блядь, по колено. Попозже. Ну так гонишь, да? Попозже. Догоню, попозже. Воду тебя оставлять? Не надо.
я обратно так. Слышал? Хорошо. Трусишка. Там, где белая. Подожди!